как раз решаем вопрос по тебе. Ты видел сообщение? Ну, они звонили, короче, этому какому-то там двоему и тому самому, а ему сказали, что ты нам давай кого-то другого взамен, тогда мы его отпустим. Понял? Теперь же, что вот сейчас мы как раз Лёва с ним разговаривает, а я с тобой. У тебя же это гепатит С, вот. Ты когда подписывал и все это, ты кому-то говорил об этом? У тебя никто ничего не спрашивал, больничку ты не проходил. Вот, это хорошо. Теперь попытаемся как-то по-другому. Единственное, мне нужно, чтобы ты где-то в Телеграме написал, а потом удалил. А где ты находишься? Точное местоположение. Чтобы можно было приехать. Понял? Нужно приехать и тебя забрать. Надо понимать, где ты находишься. Смотри, сначала хотели сделать так, чтобы тебя отпустили. Но они сказали, не знаю, кто там из вас спрашивал, кто-то сказал. Мы его отпустим, если вы нам взамен кого-то пришлете. Другого бойца. Понял? На другого бойца кто пришлет? Никто не пришлет, естественно. Теперь будем пробовать через больницу. Через гепатит С, он сказал, его быстро вытащу. С этой болезни ты вообще не должен слушать. В общем, скажем так. Ключ запомнила, что это. Ну, это какое направление? Вот Майорск или что это? А, все, я поняла. Это все, что ты знаешь, да? А ключ это что? Месторасположение так называется или что это?